Здравствуйте. Сегодня специалистами компании «Партия тепла» был завершен монтаж очередного камина. Данный камин у нас отечественного производства с боковым открыванием дверцы. Сделали забор воздуха с улицы, чтобы из дома не брал воздух на горение. У топки имеется одна регулировочная задвижка. Это подача воздуха на стекло. Отсекает новые газы от стекла. Вот чтобы дымовые газы не выбрасывало помещение при открытии дверцы, надо слегка приоткрыть дверцу, давление выровняется и плавным движением распахиваем дверцу. Тогда дымовые газы не будут попадать в помещение и не будет чернеть отделка. Всем спасибо, до свидания.